Почему с каждым годом все раньше и раньше мы начинаем готовиться к главному зимнему празднику? Уже в ноябре прогуливаешься в каком-то большом сетевом магазине, а там все украшено. Красиво. И олени, и Деды Морозы, и гирлянды. И с каждым годом все моднее и причудливее. Поразмышлять на эту тему мы предложили прохожим на улице в традиционной рубрике «Опрос дня». Как вы считаете, вовремя у нас елку наряжать стали? Рановато, мне кажется. Вы тоже заметили? Но все равно праздник уже чувствуется, уже хочется дом нарядить. Почему в этом году как-то вот раньше стали наряжать? Для праздника, наверное. Все-таки пандемия. Нужно как-то народ-то подушевить немножко-то. Да не рано? Не думаю. Отличное время. Для более яркого настроения к Новому году, связанное с пандемией, чтобы люди более веселыми стали, я думаю, потому что все не красочно так. Но вообще я считаю, что это слишком рано. В торговых центрах, рядом с торговыми центрами ставят елки, украшают. Ну и к Новому году это уже надоедает. Ага. Думаете? А почему они вообще так рано начали? Ну, я не знаю, но мне кажется, для того, чтобы народ больше тратил денег. С Новым годом? С новым счастьем. А как вы считаете, не рано ли Новый год-то у нас теперь приходит в ноябре? Поздно. Поздно? Раньше он был в сентябре. Это Петр I, аферист, сумасшедший, пол России уничтожил. А почему в сентябре раньше был? Потому что история надо знать. Как думаете, с чем это связано, что они как-то раньше елку стали ставить? Вот понятия не имею, почему так. А вы сами когда обычно начинаете там елку собирать? А я уже перед Новым годом обычно. Прям вот перед Новым? Прямо дня за 3-4. Это наоборот, новогоднее настроение хорошо. Почему рано? Ну, обычно ставят в декабре. Ну, я не отслеживаю, когда ставят, когда не ставят. Просто как-то меняется, все зажигается, уже хорошо. Может быть, просто нам не хватает какого-то большого осеннего праздника, окутанного символикой. Весной Масленица, зимой Рождество, летом, ну хотя бы и День города, а осенью что? Вот и жаждет душа красоты и мелькающих огоньков посреди ноябрьской непогоды. Или все-таки хочется, чтобы этот год, ставший тяжелым из-за пандемии, скорее завершился. В любом случае, новогоднее настроение стучится в двери. Поприветствуем его ответным позитивом. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, новости Искровект.